Объект номер SCP-094. Класс объекта Кета. Особые условия содержания. Так как SCP-094 является недвижимым, зона его изучения и содержания была построена прямо вокруг него. Координаты 4 градуса южной широты и 6 градусов западной долготы. Измаскирован под военно-исследовательскую базу Аргентины. Территория в радиусе 1 км от зоны закрыта для посторонних лиц и авиации и охраняется объединенными силами фонда и Аргентины. Сам SCP-094 заключен в газонепроницаемый куб из армированного сталью плексигласа с ребром в 3 метра. В одной из сторон куба находится дверь, также сделанная из армированного плексигласа, которую разрешено открывать только при наличии разрешения от О5 и при строгом соблюдении соответствующих условий. Куб находится в центре камеры размером 20 на 20 метров, доступ в которую разрешен сотрудникам 4 уровня допуска. Весь персонал, намеревающийся зайти в помещение, должен страховать себя привязями, которые прикреплены к стенам. Сотрудники службы безопасности должны быть экипированы оружием с транквилизаторами в дополнение к стандартному вооружению. Описание. SCP-094 представляет собой абсолютно черную сферу 163 см в диаметре, висящую примерно в 2 метрах от земли без видимой поддержки. Объект был классифицирован как миниатюрный горизонт событий. Любая материя, попадающая в SCP-094, в том числе и свет, безвозвратно исчезает. Однако объект не является черной дырой, так как не обладает гравитационным притяжением. Известно, что SCP-094 иногда способен издавать множество различных звуков, включая звуки природы, помехи и временами человеческую речь. Все попытки общения с объектом успехом не увенчались. Неизвестно, исходят ли звуки непосредственно из SCP-094, из другого предмета или предметов, находящихся в нем, или же из некоторой области, с которой объект связан. Судя по всему, небольшой процент людей был притянут к объекту именно из-за издаваемых им звуков. SCP-094 был обнаружен в 1920 в провинции Чубут, Южная Аргентина, и в то время был 20-25 см в диаметре. Анализ архивных записей показал, что диаметр объекта удваивается за срок примерно 31 год. Постепенной задачей исследования SCP-094 является обнаружение способа остановки или обращения вспять процесса его роста, не вызвав при этом разрушительных последствий. Примечание. Да, несколько миллиметров в месяц это может быть и немного. И нет, вы не увидите, как 94 меняется ото дня в день. Но если увеличение размера по экспоненте продолжится, то меньше чем через пару сотен лет он будет размером в километр, причем в высоту тоже. И это если предположить, что скорость роста не будет увеличиваться, во что здесь почти никто не верит. Доктор Левелин Гарсия. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите к нам в паблик во ВКонтактах. Там мы размещаем арт, общаемся со зрителями и проводим опросы для улучшения нашего контента.